увидеть вас. Все, это уже не контрольный прокат, это уже не Кубок Москвы, это не локальное выступление, это уже сезон в полном разгаре. Так как оно, возвращение? Тяжело. Тяжело, нервозно. Вы знаете, приехав сюда на соревнования, я вспомнил, например, прописка в гостинице. Вот эта атмосфера, когда кругом спортсмены, когда кругом судьи, тренеры, конкуренты, соперники. Это очень интересно. Что-то изменилось в восприятии всех этих, казалось бы, обыденных вещей для спортсмена? Что-то изменилось. Изменилось, что у Плющенко 0 рейтинга, и он катается первым. Вот это интересно. Но мы взяли эти распечатки на память. Вот, ну, будем пытаться догонять спортсменов. Система новая, интересная и сложная. Ну, где-то, может быть, она недоработана. Но что делать, все катаются, и нам приходится кататься. Поэтому я сегодня доволен, на самом деле, прокатом. Может быть, не на все 100%, потому что не сделал вместо тройного Луца, сделал двойной. Поспешил немножко, думал, что все уже в кармане. Короткая программа, что все хорошо откатал. Но очень доволен двумя сложнейшими прыжками, элементами. Это каскадом, конечно, 4-3 он получился вообще идеальным. И тройным акселем он получился тоже идеальным. Есть над чем работать, как говорится, пахать и еще раз пахать. Вот, потому что надо дорожки подработать, и вращение еще подработать, переходы, выходы, есть над чем работать. Но для первого старта короткой программы хорошо. Еще целый день завтра, и, наверное, основная программа произвольная. Кстати говоря, ваш выход под номером 1 в короткой программе, 0 в рейтинге, это как-то ударяет по самолюбию? Нет, ну вот, 0-1 – это мой любимый номер. Поэтому я думаю, что все сходится. 0-1, у меня даже номера 0-0-1. Поэтому 0-1 – это, наверное, мое. Вот. Ну, посмотрим, каким буду завтра кататься. Ну, на завтра ни пух, ни пера вам. К черту, спасибо.